Здравствуйте, дорогие друзья. Желтая пресса Деревенский. Приехали на колхозный рынок. Узнаем сейчас здесь обстановочку. Возьмем интервью. Алексеевна, доброе утро! Доброе утро! Как вы живы-здоровы? И живы, и здоровы. И что тут место сегодня есть где стать? Ты приехала работать? Да, приехал работать. Становись, вон, видишь, какая площадка. Хорошо, а сколько сегодня билет стоит? Или как 4,45. 4,45? Да. Я понял. Это на какое место? Ну, становись вон туда, на любое. Сейчас я выйду, покажусь. Здравствуйте, дорогие телезрители. Приехали на колхозный рынок. Взяли с собой пакет масок. Масок себе одну. Ну, пойдем поработаем. Что-нибудь купим. Может, возьмем какой заказик на ремонт мягкой мебели. У нас так рубрика же еще на канале откроется скоро. Рубрика «Ремонт мягкой мебели», потому что к нам уже стали обращаться рекламодатели и просят, чтобы мы прорекламировали, чем они занимаются, какой вид деятельности ведут. Все, спасибо, идем на рынок. Приехали на рынок, вот сейчас у нас такое в багажнике, беспорядок, можно сказать. Сейчас мы наведем здесь порядок. Долго не пришлось сдать, вот одну... Одна масочка нашла своего человека, пожалуйста. Может пригодиться, да? Пошел машину положить. Машину положит, пусть лежит, правильно. Все. Теперь узнаете? Новый бизнес. Называется фирма. Фирма называется Пошив.